Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И я продолжаю проходить новый инди-проект под названием Katana Zero. Продолжить. Остановился я, так полагаю, на особняке. Ну, давайте посмотрим, что там. Остановился я на том, что доктор увеличил дозировку после очередных галлюцинаций. И, видимо, отправляет меня на дело. Ладно, поехали дальше играть. Открыть папку. Аль-Хасим. Возраст 71, рост 172. Тайный основатель и исполнительный директор корпорации по военной логистике Neotech. Тесно связан с правительством Новой Мекки и силовиками. Скорее всего, не имеет серьезной охраны. Уничтожить папку. Кому понадобился дедушка? Ух ты, прикольная мелодия. Katana Zero, Людовик. Она разве не была? Нет, по-моему, ее не было. Ай! Я уже и забыл, как тут сложно. Бывает, однако. Ух ты, блин! А он сквозь здание может простреливать? Ладно, попробуем еще раз. Давай, спускайся. Нет? Эх ты, падла. Да, блин. Давай, блин. Не хочет отбивать. Черт. Ну? Стреляй. Падла. Давай. Давай. Да елки. Блин, пришлось все три пульки отразить. А ты что там стоишь? Руками машешь. Так, а я могу отсюда? Нет, не могу. Локация похожа на самую первую. Кому понадобился этот дед? Так, двое. Играют в камень-ножницы-бумагу. Прикол. Так, а как мимо них? Пройти, блин! Ёлки! Так, а если попробовать их отвлечь? Нет, не получится. Наверное, придется стрелять. Так. Да, это было несложно. Я уже привык. Ай, блин! Зачем ты дверь открываешь, придурок? Блин, ну подойди к двери ты уже. Эй, ты, я здесь. Блин, вот придурок. Давай еще ближе. В самый упор. Так, за ним никого. А дальше несложно. На тебе, падла. Держи. Так, а куда? Ох ты, блин. А, ну тут несложно. Блин, а как перепрыгнуть? О, не так уж и далеко. Так, на крыше, и, видимо, мне вниз. Не, это колумбийский... А, это тут падла! Эфиопский галстук — это когда ты проделываешь дыру в горле сзади. Вытаскиваешь язык и оставляешь его болтаться со стороны спины. Не, босс, я в Regional Geographic читал. Утупни, я не закончил. Сейчас он ему покажет галстук. Извините. Ну да, получается, это скорее плащ, да? Два придурка, блин, я не могу. А, я могу к вам спуститься. Не двигайся, или я... Ах ты, падла. А где? Блин, подожди, а я могу пройти дальше? Так, не двигайся, или я... Так я стою. Господи, опять ты. Ты что, следишь за мной? Интересно, я его убить смогу? И концы в воду. Блин, мне походу придется его гасить. Блин, дымовуху надо быстрее подобрать и... Не успеваю, черт. Есть, 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 есть. Блин, падла, сбежал. Урод. Я почти убил его. Наверное. Не знаю. Ладно, может быть внизу что-то интересное есть.
А, ну да, мне же не дадут за ним пойти, правильно? Конечно, нет. Так, чувачок, держи. Никто не услышал? Так, а там двое с ружьишками. Это опасно. Давай, отворачивайся. Отворачивайся, я тебя убью. Ай-ай-ай, блин, падла. Неужели все сначала? Ай, капец, самой дымовухи. Обернись. Ну как хочешь. Я хотел по-хорошему отразить пульку. Так, это было достаточно сложно с одной стороны. Так, и здесь... А, я здесь был. Подожди-ка. Да, это то место, где меня глючило в прошлый раз. Прикол. Что-то я не врубаю, ну ладно. То есть я видел типа будущее. Да... Сука, я тебя сейчас загашу. Иди сюда, падла. Куда ты ушел? Вернись, падла. А я могу его вообще убить? Не, видимо, нет. А куда он делся-то? Блин, он за локацию куда-то исчез. Так, открываем дверь. Он не пойдет ко мне со спины? Надеюсь, нет. Так, мне, наверное... Подожди. Ну, мне, наверное, вниз, конечно же. Так, это что, генератор? Настала тьма. А чё не светится так? Так, чувачок с фонариком. Блин! Падла, я не успел среагировать. Опять все сначала. Ну давай, выходи. А, он просто сматывается. Понятно. Так, дверь закрыта. Еще раз. Открываем. Так, а как открыть дверь по-простому? Давай. Ха-ха, схавал. Дальше. Так, интересно, он отвернется или нет? Мне кажется, нет. Блин. Там был куст, я хотел либо отразить, либо кинуть куст. Но лучше кинуть куст. Так. Блин, сколько здесь путей-то? Либо этих двух косануть, либо этих. Опа, а там кто? Блин, а это опасно. Рядом с ними так прыгать. Есть. Подожди, а это кто? Это баллон. Что он мне дает? Пока непонятно. Так, туда я пока не хочу. Здесь, в принципе, сложностей не возникнет. Да в смысле? Как ты так быстро стреляешь? Что не так с этим кустом-то, блин? Он же до этого кидался нормально. Ага, это огнемет. Офигенно. Так, теперь надо придумать, как его использовать правильно. И чтобы он не кончился. Так, один есть. Он даже ничего не понял. Есть второй. Так. Этих, в принципе, убить не так сложно. Зачем мне огнемет тогда? Хотя фиг знает, здесь тогда... Ну-ка попробовать отсюда зайти. Давайте, ребята, подходите ближе. Oil. Надеюсь, меня не подорвет. Ай, аккуратно. Да блин, как его сжечь? А, я понял. Так, они среагировали или нет? Вот они тупые, они даже не догадались. А нахрена их всех убиваю? Может, можно пройти просто? Блин, мне не дают просто так пройти, мне придется их убивать. Как мне это сделать? Так, аккуратно.
Блин, они оба среагируют. Ладно, чё мешкаться. Буду перепроходить по 20 раз, походу. Есть! Их можно было просто спалить. Прикол. Погнали дальше. Так, еще один огнемет. А он мне пригодится? А, пожалуй, спалю их тоже. Обоих сразу. Так, а там кто копошится? Давайте, ребят, поближе оба. Блин, все-таки он успел среагировать. Ну ладно, ничего страшного. Так. По низам или поверху? Есть этот. Он не мешал. Так, надо аккуратно упасть и отразить, я так полагаю. Блин, геймпад отключился на самом интересном месте. Зашибись. Реагировали, но почему-то убежали оба в ту сторону. Так, там еще один ярус. Почему мне не дают через эту дверь прошмыгнуть? Блин, надо как-то аккуратно и второго, и этого убить. Интересно, они пойдут наверх или ко мне? Блин, они ко мне идут. Так, ты, мой друг, сейчас откинешься. И ты тоже. Так, в принципе, это было несложно. Нам остается только верхний ярус. Здесь двое. Ага. Там есть коктейль Молотова. Надо, чтобы этот друг подошел поближе. Так, есть. Держите коктейль Молотова, блин! Он меня спалил или нет? Да чего, тупой? Подожди, а ты кто? Я могу к нему подойти? Эй! Здоровки? Эй! Смотри, он машет. Оу! Блин, а можно его заколоть? В натуре можно. А кто это был-то? Чё за хакер? Может, он мой друг? Может, я зря его кольнул? Блин. Меня теперь мучает угрызение совести. Эй, друг, не спать! Так, кто следующий? Вас так рубануть-то, чтобы вы не за... Ой-ой-ой-ой, заметили. Бонжур. Так. А этот все время палит, падла. Так, с этим тоже не было сложностей. И с этим тоже. Интересно, что ждет меня в конце этого уровня. Эй, а он не... Он не проматывал. Он просто взорвался. Просыпайся, открыть глаза. Просыпайся. Башка трещит, эй. Головка бобо, значит. Что происходит вообще? Я как-то большего ждал от знаменитого змея. А я еще и фанател с тебя. Ты кто там слева? Последнее слово. Иди ты. Сам иди туда. Целовака, как башку ему отчекрижешь, кинь остальное в цемент, будь ласка. Конечно, Ви. Ты еще кто? В смысле? Открыть глаза? Просыпайся. Проснулся. Вот и хорошо. Что происходит? То же самое. Последнее слово? Мне нужны ответы, Ви. Я же не представлялся. Предлагаю вырвать ему язык. Господи Иисусе, даром время просрал. Теперь на свидание опоздаю. С мамкой своей? Утухни. Вот прикол, день сурка. Проснулись. Окей, башка трещит.
Давай ему напомним про Ви. А, на свид... Прикол. Уже новый ответ. На свидание опоздаешь, Ви. По-моему, он на паузе. Ах ты хитрый засранец. Ты не Хроносом... Ты не за Хроносом приперся? Ты и так под ним? Так и знал. Так и знал, сколько я уже тебя... Сколько раз я тебя уже грохнул. Ладно. Так, это кто? Он под Хроносом, что навострил уши свои? Поговорить хочешь? Может, хочешь формулу рассказать? Ну, рассказывай. Он только хрипит. Блин, что за маньяк? По-моему, ты ему ребро сломал. Видишь, не хочет говорить. А вот ты захочешь. Я теперь знаю, чё к чему. Блин, я спалился. Слушай, мне уже скоро надо быть во втором районе. И я ни хрена не собираюсь опаздывать из-за сраного хроносового торчка. Херню ты, говорит, снимаешь, а не фильмы. Говори, откуда взял товар. Я быстренько тебя урою и пойду дальше делать дела. А чё такое Хронос? Давайте поумничаем. Ха! Ему смешно. Ты даже не в курсе, что такое Хронос, тупой голубой. Ты ж сам под Хроносом. Целовака, зацени. Блин, падла. Не быстро, целовака. Кинь змея рядом с Аль-Хасимом, когда поджигать будешь. Все решат, что он шмаль искал. Или еще какую-нибудь херню. Ты че, живой? Ну и насрать, ты один хрен сейчас назад прыгнешь и все откатишь. Блин, опять все сначала. Просыпайся, открыть глаза. Я не за Хроносом, я и так под ним. Винус, на свидание. Опоздаешь. Какого? А ну рассказывай, кто тебя послал. На кого работаешь? Живо говори, паскуда. А, мой психоаналитик, пускай будет. Да ты что, мозгоправ, значит? Целовака, в расход его и выкинь змея на помойку, как закончишь. Хе. Да блин, в смысле? Я тебе и так все сказал, что был, что знал. Окей, я не за Хроносом. Что, его послать просто? Иди. Так, давай еще разок. Кто тебя послал? Никто. Ах ты, ты что думаешь, я шутки шуткую? Думаешь, я комик? Так, ну пока он дерется, не так страшно. Ты сдохнешь, понимаешь это вообще? Я убью тебя, если ты не дашь мне заказчика. Никто. Да в смысле? И что, про фильм сказать, что ли? Что он говно? Ладно, давай попробуем про фильм сказать. Я не за Хроносом, бла-бла-бла. Так, это уже было. Давай про фильм. Ты серьезно считал, что на меня похож? Хе-хе. Мне аж стрёмно было, когда ты начал задницу мне лизать. Думаешь, мне твое уважение нужно, падла? Да в рот я тебя шатал, в рот шатал. А ведь могла такая хорошая команда получиться, ты и я. Твой стиль, мой режиссерский талант, искусство в чистом виде. Я тебя угандошу. На кое-чем вертел твои вопросы. Он пытается тебя разозлить, Ви. Так... Ты меня связал, чтобы я тебя зауважал хоть немножко? Сука, сука. Блин, дед, это за что? Видал, что с Аль-Хасимом стало? Он же ничего сказать не успел. Видал, что с Аль-Хасимом стало, сука? Видал, гондон? Отдышись, не нервничай еще, инсульт схватишь. Целовака, реши проблему. Скажешь боссу, что Аль-Хасим уже сдох, когда мы пришли. Хе-хе. Так, ну ценой жизни какого-то чувачка я остался в живых. Эй, ребятки, смотрите фокус. Ах ты ж, блин. Подожди. Есть. 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 Прыгаем. Ай, блин.
Подожди, мне надо упасть. Мне надо упасть. Так. И надо взять вон ту фирму, по-моему. Или нажать. Так. Есть. Блин, подожди. Я не понял. Мне надо их убить сначала. Блин, погоди-ка. Мне надо замедлить время, я понял. Давай-давай, стреляй. Да блин! Я не успел. Так, мне кажется, я врубаюсь. Давай-давай. А почему я стрелять? Я же стрелял. Блин, он не дает мне отражать атаки. Класс. А, это у меня меча не было, я понял. Ха, замечательно. Вот теперь-то повеселимся. А, окей. Блин, ах ты падла, а. Да ладно. А, мне не все сначала. Ну и ништяк. Так, надо увернуться. Да ёлки! Он еще и топором кидается. Икс, икс, икс. Удерживать. Держу. Блин, ты ж падла. Ага, без топора-то ты не можешь ничего, да? Так. Да блин. Я еще не знаю его атаки. Надо дождаться, пока он топор сбросит, и после этого... Да, я понял. Есть. Ах ты падла, блин, он его обратно тащит, как Тор из Мстителей. Козлина. Да блин. Как же сложно-то, однако. Да блин, я ж хотел увернуться. Неужели, блин? Наконец-то первый сложный босс. Это было сложно, реально. Так, а что, мне надо убегать или добить его? Ну, добить его... Подожди. А, все-таки добить? Извини, мой друг. Твоя голова была лишней. Так, вот он опять, смотри. Хронос так и не нашелся, не так ли? Он ни хрена не сказал. И, по-моему, он знал, на кого мы работаем. Босс вряд ли поверит, что Аль-Хасим уже был мертв. Ты подставил меня в весьма затруднительное положение. Да он все равно не знал нифига. Откуда этим бизнесменам знать, как Хронос производят? Нам ученые нужны. Тогда, возможно, не надо их взрывать? Так он ничего не сказал бы. Но вот что с тобой прикажешь делать? И все же, я впечатлена, что ты смог убить мечника. Возможно, босс даже простит твои психопатические наклонности. Хе, да делов-то. Обломитесь, я живой. Не скромничай, я была на студии 51, он убил десяток человек. Без тени усилия. Без тени сомнения, он был готов к битве еще до того, как я напала. И у него совершенно пустые глаза, бездушные, безжалостные. Ему плевать на задание, плевать на людей, плевать на самого себя. Я часто тебя отчитываю, но сегодня я тобой очень горжусь. Змей не какой-нибудь обычный нуль. Вот вы побреетесь, когда узнаете, что я живой. Блин, снег. Как думаешь, босс мне премию выпишет?
хрена с два. Наверняка. Что она достала? Собственно, это он. Ух ты. Ну нахер так близко мне чуть не отрезало лицо. Когда-нибудь я доберусь до тебя, мне кажется. Может быть, даже сейчас. Куда ты дернул, придурок? О, прикол. Мотоциклики. Вот это прям дэнди. Ох, как я давно не катался на мотоцикликах. Ха-ха, класс. Не, в натуре это прям как дэнди. Вот самые-самые первые игры. Ай. На контру чем-то похоже. Не, это на... Блин, забыл, как называется игра. Double Dragon, по-моему. Там тоже на всяких мотоцикликах кататься надо было. Так. Да, блин, куда я скинул? Так, следующий. Блин, виляют падлы. Блин, да чего это сложно-то? Ай, блин, надеюсь, не с самого начала. Нет, слава богу, не сначала. Да, блин. Надо. Ух ты, ух ты, ух ты. С чувачков начинать, которые стреляют. А на дыбки можно встать? О, можно время замедлить. Прикол. Ух ты, блин, еще и с очередями. Вы что, прикалываетесь? Зила. Так. Ну вы не сложные. Вы просто машете. Ой, блин, сколько вас тут. Блин, падла. Они сами об хаммер врезаются. Придурки, хотел сказать. Так, следующий. Это было не так уж сложно. Это уже посложнее, когда их двое. Блин, прикольный уровень. И прикол вообще, конечно. Особенно с автоматчиками с этими драться. Нахрена мне эти бутылки? Они вообще не помогают. Так, следующий здесь. Один врезался. А, блин, почти врезался. Опасно, опасная игра. Так, тебя надо первым высекать. Да блин. Так, они, по-моему, с этой стороны. Давай, давай, сразу следующий. Так, есть. Ну же, когда конец этого уровня? Ой, здрасте. Да ладно. Нет, блин, ну собака, я же хотел тебя победить так просто. Козел. Ого. Да ты чё, ты еще стрелять будешь? О-о-о-о-о. Что началось-то, блин? Что за жесть, ёлки-палки? Ай-яй-яй-яй. Подожди, а как тебя-то убивать? Как убивать-то тебя? Или просто уворачиваться пока? Но времени идет. Что, серьезно, просто уворачиваться? Это слишком просто. Подожди, я ничего не могу делать. Только стрелять. Точнее, бить. Время замедлять. Ух ты, блин. Блин, падла, все-таки достал. А вот сейчас, походу, будет... Жесть! 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 Ай! Да ёлки, еще от этих кулек уворачиваться. Блин, а что мне бесконечно от них уворачиваться? Я же ничего не могу сделать. Или я все-таки могу что-то сделать? А, блин, вот я балбес, можно было отбивать снаряды. А я катаюсь, уворачиваясь от этих пулек. Нет, надо ждать, пока он одиночными стреляет.
Так, а я спиной-то не отражу. Надо, чтобы он передо мной летал. Блин, опять он со своими этими рядами. Так, есть. Отбиваем. Ну, надеюсь, ты разобьешься, падла. Ты мне уже изрядно поднадоел. Блин, живой негодяй. Пойдем добьем его. Тебе конец, Ви. Тебе конец, Ви. Давайте, короче, гасим его. Ты что думаешь, для меня это впервые? Я вас нулей 6 штук завалил. Думаешь, я творог залупный? Нормальный чувак. Думаешь, мне конец? Ничего подобного. Теперь снег тебя не спасет. Знаешь, 1-0 в меня 7 пуль всадил, а потом я его нашел и сломал, как сигарету. Как сигарету. Чё ты там тянешься? Думаешь, ты крутой? Змей. А я тогда медоед. Он не змей? Что? Я змей. В смысле? Сложно тебя найти, у меня есть пара вопросов. Ты еще кто такой? Сегодня утром ты пропустил встречу, я включил новости и сразу понял, почему. На шоссе догорает вертолет, подобная резня совершенно неприемлема. Завтра мы это обсудим. Иди сразу домой и подготовься к следующему заданию. Ага. И мы поперлись в бар. Так, можно присесть. А можно музыку включить? К сожалению, кто-то заказал 30 проигрышей The End of the Road подряд. Исполнитель — джазовый оркестр 2-го района. Ну и хрен с вами. Привет! Здорово! Ах ты, падла, он еще мне в глаза дует. Похоже, день у вас выдался так себе. Чего желаете? Яблотини со льдом? Давай яблотини со льдом. Хотя можно было что-нибудь покрепче. Нам бы еще сраных полгода. Мы бы этим негодяям глаз на жопу натянули. Сраные унтерменши драться не умеют. С чего бы они победили? Чё надо? Я сам служил. Хочешь поговорить? Тарик, ты только глянь, полумесяц доблести. А, конечно, где ты его взял? В ломбарде на 5-й молодежь пошла. В 3-м районе живут только наркоманы и ветераны. И ты на армейца не тянешь. Ну да, я наркоман. Ну, судя по всему. Сколько их завалил? У меня амнезия. Ну ты сказочник. Война 7 лет назад была. Ты еще титьку мамкину сосал, пока мы в джунглях дохли. Да я ж говорю. Мы бы победили, если б не эти хиппи из 1-го. Обнылись, детишек убиваем. В жопу унтеров. Ох, там не буду читать. Да, давай потакнем. Ага, вот это я понимаю. Давай угощу тебя, малой. Ваше здоровье. Кто этот змей был? Так. Нас так ненавидели. Я тут думал... Нас как героев встретят, думал на год вперед натрахаюсь. Блин, надеюсь, он тут не перегасит их, пока меня глючит. Да это все эти псайкеры или как их там, секретный правительственный отряд. Их в пробирках выращивают, чтобы... Дед, тебе там теориями заговора мозг трахает? Да. Не слушай ты этого пердуна, знаешь про наркотик, который правительство создало? Не уверен. Короче, были такие, типа отряды смертников, убер-зольдатен, народ тысячами косили, могли в одно рыло деревню вырезать. А, ну это про меня, их вроде какой-то дурью накачивали, чтобы они могли будущее видеть, или типа мысли читать, или еще что. У меня кореш видел одного, сел в карты играть и все время выигрывал, будто знал, у кого какая рука. Про карты небось треплется. Так ты подойди послушай. Завали, Рэй. Короче, это я все к тому, что там была какая-то мистика низкого сорта. А дай не драться нормальным солдатам, хрен знает, может мы и выиграли бы.
Знаешь, я за 7 лет ни с одним гражданским так не говорил. Врешь ты плохо, но человек хороший. Ну, ты меня еще не знаешь. Ну чего, твое здоровье? Кто этот змей? О, ему уже хорошо. Мне очень жаль, но мы уже закрываемся. Ваш счет уже оплачен. Пора идти. Окей, дружище, я пошел домой. Дай музыку только включу. Не дают. Подожди. Не падай. Аккуратно идем. Я тебя доведу до дома. Ты, главное, держись. Не падай. Так. Осторожно. Блин, это девочка. Сейчас еще с ней болтать. Дверь? Внутри дверь. Чего? Папа? Чего? Беги домой, ладно? Я тебя не понимаю. Помоги. Помоги? Что происходит? Теракт, произошедший на шоссе в первом районе. Блин, шлепнулся. Эй, осталось 3 дня. Взял, просто упал на кухне. Кто там долбится? Так, здесь ничего интересного, придется сразу открывать. Ну, давай откроем. Ты на меня больше не злишься? С чего бы мне на тебя злиться? Я, прости, я вчера вечером тебя помочь попросила, а ты даже слушать не стал. Я думал, ты на меня разозлился. Я вчера был слегка не в себе. Папины друзья приходили, мне идти особо некуда, так что мы с бегемотом под лестницей спрятались. Это, я вчера весь день не ела ничего. Блин, сорян. Если бы я знал, я тебя позвал к себе. А сейчас сообразим что-нибудь. Серьезно? Давай поглядим, что есть. Хорошо, обрадовалась она. Так, она пошла смотреть телек, а я буду рыскать в поисках пищи. А смотреть холодильник. О, там есть что-то. Вы нашли протеиновую пасту. Это типа нутейл или как? Что-то такое арахисовое. Ну как? У меня только протеиновая паста есть. Фу, извини. Ну, голод не тетка. Давай так. Лучше переночуй здесь, но ничего не трогай. Хорошо. Удачного дня тебе. Чао. Блин, ты точно ничего здесь не тронешь? Пойду-ка посмотрю, может что-то спрятать нужно? Не, не дает. Ладно, пойдем. Так, мы пришли опять к этому придурку. Он предлагает сразу сесть. Можно его загасить, блин? Не дает. Ладно, ничего не остается, кроме как сесть. Ты какого учудил вчера, а? Тебе что сказали, Аль-Хасима убить или полгорода развалить? А теперь на федеральной трассе валяется 20 раздолбанных мотоциклов и вонючий вертолет. Ты чем вообще думал? Имя Ви о чем-нибудь говорит? Ви? Что еще за Ви? Ну, буква такая есть в латинице. Что за херню ты несешь вообще? А вся деликатность нашей деятельности, ты вообще в курсе, что наша миссия требует полной конфиденциальности? Ты что, решил пропиариться за чужой счет? Потому что ты взял и повесил на свой лоб. Ох, тут аниматы. Неоновую вывеску, глядите, какой я. А я не матерюсь на своем канале. И наше начальство обратило на это внимание. Хреново выглядишь. Братишь, сидишь, небось, и думаешь, как бы поскорее уколоться. Блин, ну у тебя у самого видок так себе. А, ты про руки? Согласен, полный конец. В натуре без рук стоит. Ну да, я тоже хреново выгляжу, наверное. Говёный день. Но то, через что прошел я, даже близко не валялась с тем, что ждет тебя. А ты и не в курсе даже, да? Про ломку. Про ломку? Ха, вот же тупой. Ни хрена не знаешь, да? Когда Хронос выветривается из организма, время начинает ползти все медленнее, а потом останавливается. И ты оказываешься в ловушке в собственной башке, и вокруг только худшие кошмары.
будешь умолять, чтобы тебе дали сдохнуть, но смерть не придет. Тех же соседей твоих взять, для нас они мертвы, но помнишь, я их упорол? У себя в голове они все еще живы, и их мучения никогда не закончатся. Вечные муки, и никто никогда не услышит твоих воплей. Слушай, давай я покажу, что со мной сделал настоящий змей. А, блин! Он меня вернул в реальность. Папку не забудь по дороге. И давай без раздолбайства сегодня, змей. Но я же не змей. Я бы даже счел это прозвище забавным, если бы твоя безответственность не поставила под угрозу и нашей жизни, и всю проделанную нами работу. Я не змей. О, прости за то, что я так быстро кидаюсь к выводам, но, конечно, ты не имеешь решительно никакого отношения к резкому скачку убийств в третьем районе. Это все какой-то другой змей. А кое-кого я и правда не трогал, я видел змея. Что? Может, не надо было ему говорить, когда? На шоссе после Аль-Хасима. Это очень неожиданно. Кто он? Высокий блондин с мечом. Не знаю, зачем я это рассказываю, но выбора больше нет. Один человек подходит под описание. Он тебе что-то сказал? Что у него есть вопросы к Ви? Ви? Один из трупов, надо полагать. Что ж, понятно. Очень замечательно. У меня были другие планы, но... Да, я хочу, чтобы ты выследил этого человека и убил его. Нельзя позволить ему принести еще больше проблем. А он и правда змей? Змей он или нет, он угрожает общественному спокойствию и должен быть устранен. Подожди, а тогда кто я? Ты идешь по очень тонкому лезвию бритвы. Провал недопустим. Если впредь твоя работа будет хотя бы чуточку не идеальной, мы тебя заменим. Пошел вон отсюда, блин, хотел ему сказать покрепче, но не успел. Да, я тебя зарублю, падла. Даже не суйся сюда. Хочу и суюсь. Я тебе сильнее. Наверное, я не знаю, может, и финальный босс, конечно, но... Я тебе сильнее, понял? Возраст неизвестен. Там даже непонятно, кто нарисован. Рост около 190. Змей? Цель особо опасна и связана с убийствами нескольких высокопоставленных чиновников. Последний раз замечено в казино в Чайнатауне. Уничтожить папку. Ух ты, прикольно. Там даже слово VIP по-русски написано на стене, прикол. Ну а искать змея и играть в казино я буду уже в следующей серии. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующую серию, и поддержи меня лайком. Ну и всем пока.